Добрый вечер, дорогие любители футбола. Привет всем, кто сегодня включил Ясно ТВ. Мы ведем прямую трансляцию из великолепного города Мозырь. Здесь в матче 10-го тура футбольный клуб «Славия Мозырь» принимает футбольный клуб «Гомель». 11-е место принимает 5-е место. Две команды, которые любят играть в открытый атакующий футбол. Два великолепных тренера, которые также... наверное, сегодня придумали для нас что-то интересное. Думаю, вечер сегодня обязательно будет веселым, и футбол нас должен порадовать. С вами этот матч будет 16-й Игорь Заяц и 12-й Алексей Иванов. Подадут этот штрафной. Хорошая подача. Юденков. И удар по воротам. Ну, так высоко ударил Юденков. Всю силу вложил в этот удар. Не попал. Хотя до ворот был... было очень близко, где-то метр, может, максимум полтора. Не рассчитал силы. Еще раз смотрим за эпизодом. Есть другие футболисты, которые могут сыграть вместо них. Хорошая подача! Инар бьет поворотом головой и забивает прекраснейший гол во втором матче к ряду. Он отличается, если до этого, в прошлом матче он забивал ногами, забивал очень красиво по девяткам, то вот сегодня в падении головой, конечно же, отметим эту великую. Рядом его опекал Левицкий, но не смог сдержать крайнего полузащитника или атакующего игрока Мозырской «Славии». Ну что ж, вот так вот своего соперника, преследующего его сзади. Но вот здесь немного с приемом не повезло. В середине Соловей встречается с мячом и бьет! Мимо ворот пробивает Соловей. Прекраснейший удар с левой ноги получился у форварда Гомеля. Еще раз наблюдаем. Да, мне казалось уже, честно говоря, что это гол. Торпеда Белас. Ошибка. И разрезная передача на Гомзу. Еще один пас. Сайчич. Удар. Какой же матч мы с вами наблюдаем. Уже 1-1. И быстро отыгрывается Гомель. Это Лазар Сайчич. Отличился он второй раз в сезоне. И забил он, конечно, здорово. В целом, конечно же, отметим эту трехходовку Гомеля. Все великолепно они сделали. Это и разрезная передача на Гомзу. Это же следующий пас на Сайчича. Но, видимо, сегодня мы будем наблюдать вот такой вот открытый футбол. Нужен еще один повтор. Нет, все-таки Соловей, а не Гомза, отдавал пас на Сайчича. Это первая голевая передача для Соловья в этом году. А вот голов не забивает Мельников. К этому уже, наверное, привык и тренерский штаб, и сам нападающий. Хороший отбор. И Сайчич на правом фланге. Хорошее открывание, но в середину решил сыграть Сайчич. Отскок. Их еще один хлесткий удар по воротам. Забивает игрок Гомеля. Кажется, это на этот раз уже точно Гомза. Забивает он четвертый гол в сезоне. Нет, третий гол в сезоне. Также у него три голевые передачи. Лучший сезон свой. Лучший... год в карьере проводит нападающий. До этого у него были сложные годы, но чаще всего это было в первой лиге. Но вот доверился ему Иван Биончик, и он забивает уже не в первый раз в этом чемпионате. Делает это очень эффектно первым касанием защитника. Тоже очень яркий футболист, хотя предыдущие годы для него были куда более яркими. Нар получает мяч на левом фланге, против него... играет Иванов. Уходит он в центр. Бьет и отбивает Ковалев. Дальше Мозырь атакует. ТТ. Нар падает в штрафной. Но нет свистка. Неплохо проводит этот отрезок. Хорошая подача. И снова Нар был на острие атаки. Да, он главный герой всех ударов по воротам. Кроме Нара, по-моему, никто... пока вспоминал уже матчу про него. Прошлый год и позапрошлый потрясающе провел в Минске. Еще одна атака правым флангом. Подача или прострел. Ковалев. Добивание. И уже чуть позже ТТ исправляется и забивает второй мяч для Мозыря. Но гол напрашивался. Да, очень много времени проводили мозыряне в штрафной площади Гомеля и заслужили этот мяч. А забил его ТТ. Подкараулил отскок и на этот раз уже не промахнулся. Ну что же за матч мы с вами наблюдаем? Настоящее региональное дерби, как об этом говорил Михаил Мартинович. И мне как комментатору, я думаю, как вам как зрителям,
за такими матчами наблюдать одно удовольствие. 30-й на Левицкого. Левицкий один в один нужно обыгрывать. На Побудея. Побудея бьет. И мяч летит выше ворот. Еще одна хорошая атака получилась. Здесь о чем поговорить в раздевалке перед вторым таймом. Неплохо. Пробросил Зинкова ТТ. Или это Нар? Нет, Нар. Бьет он по воротам, но не попадает. Нет, все-таки мне кажется, что это был ТТ. Да, стали выигрывать чаще борьбу мазыряне. Стали чаще бить по воротам. По штангам не было штанг. Блокированные удары 0 против 2. Перехватил, заработали штрафной. Из этого штрафного Сидько огорчил Гомель. Команда проиграла. Побудей, перехват в чужой половине. Пас-центр! И Соловей бьет, но отбивает Барановский. Дальше Гомель атакует и вновь Соловей бьет. На этот раз уже защитники неплохо поработали. Подбор за Батищевым. Проходной двор у Мозыря. Пропуск и удар Зинкова. Третий гол Гомеля залетает в ворота Мозыря. Но чем-то похож этот гол на предыдущий гол, который забил Мозырь, когда ТТ отличился. Там в таком же стиле команда оккупировала территорию. Много били, много атаковали. И в конце концов все закончилось точным ударом ТТ. Здесь на ударной позиции оказался Юденков, капитан команды. И здорово, Владислав Жук. Дальше Гомель в атаке, в центр. И удар Васильева. Барановский переводит на угловой. Очень много игроков стало у Гомеля в штрафной площади. Не успевает просто. Костров. Еще один пас. Это удар! Барановский! Гениальный сейв от голкипера. Подряд удар от Гомеля. Ну, наверное, четвертый или пятый. Мозырь пока спит. Молчит. И если так продолжится, мы увидим скорее гол Гомеля, нежели стандартное положение для Мозыря. И удар по воротам получился от Фрэнсиса Нара. Очень жаль, что мяч не залетел в дальнюю девятку. Вот это был бы гол прямым ударом с углового. Карточку ни одного момента с участием Юденкова, опасного момента, когда от него нападающие убегали, не было. Это, на мой взгляд, один из просчетов Мартиновича. Добивание, еще один гол влетает в ворота Мозыря. И забивает кто? Игрок, который вышел на замену буквально недавно. Это Некрасов. Кажется, он поразил ворота Мозырской Слави. И буквально сразу же после гола зрители встали со своих мест и ринулись домой. Да, 17 номер отличился. Игрок, который первым касанием забил гол после выхода на замену. Угадал с заменой и в этот раз также Иван Биончик. И посмотрите, очень близок был пятый гол Гомеля. Еще один заброс. Васьков, нет офсайда. Катится защитник, пролетает. Васьков в центр, удар. Барановский. Ну что ж, такой вот матч мы с вами посмотрели. Да, это был настоящий триллер. Сегодня нужно сказать отдельное спасибо и Мозырю, и Гомелю. Они показали свои лучшие качества в этом матче. Но, к сожалению, Мозырю не удалось выиграть. Они проигрывают у себя дома.